Вы за равноправие мужчин и женщин? Равноправие мужчин и женщин не бывает. А женщина начальник, а мужчина подчиненный, это нормально? Чушь собачья, это неправильная совершенно схема. Как мне нравится. Это не имеет никакого отношения к действительности. Если об этом задуматься, ну только всерьез, да, то мы не можем быть одинаковыми никогда и ни в чем. И тут дело не в том, что вы лучше, а мы хуже. Мы просто абсолютно разные. А хотелось когда-нибудь быть мужчиной? Да, конечно, мне хотелось бы это попробовать. Быть всегда не хотелось бы, потому что я не могу ни за что отвечать, я не могу так быстро соображать, как вы. Я вообще не хочу вот жить, как вам сказать, с мужскими плечами. На них слишком много лежит. Да. Вот 24 часа. Когда президент. Да, только я хотел быть именно президентом мужчиной, потому что, во-первых, президента женщин никто бы не стал слушать. Устинов, да. Дмитрий Федорович не имеет ко мне отношения.